Что, уже снимаем? Ага. Вчера летал с одной банкой, но оказалось, что не хватает сопротивления. И по мере разматывания троса, ну, лески в смысле, вот этой, сильно проседает относительно аппарата. Камера летит намного ниже, то есть при размотке где-то метров, наверное, на 20, ну, может, на 15. Такое ощущение, что летит ниже аппарата где-то метров на 7, наверное. Это, конечно, перебор, поэтому вот примотал центральные банки еще 3 банки. Надеюсь, поможет, хотя есть подозрение, что будет... Вот так вот и будет в полете крутиться. Есть такое подозрение. Здесь вот металлопластиковая трубка, вот она, пошла в крыло, идет вот так по крылу, выходит вот там вот в отверстие паруса, доходит до сюда. Это мертвые комары с прошлого полета. И здесь установил, у рыбаков купил в магазине ручную, как она называется, катушку со стопором. Вот видите, стопор. Нажимаешь, и идет размотка. А здесь вот ручка. Наматываешь, и леска наматывается. Сейчас полетим испытывать.